Всем привет, с вами Герман, и сегодня у нас на обзоре новый автомобиль. Нет, не АК, а сегодня мы с вами купим ВАЗ-2107. Я надеюсь, что он остался тут в наличии. Это вообще, если что, АК не моя, она тут стояла, я решил на ней прокатиться, но это не важно. Опять у нас проблемы какие-то с этим кружочком. Вот она, машина мечты. Основной цвет. Я даже не знаю, в какой цвет ее лучше покрасить, чтобы она... Ну, как-то прикольнее смотрелось. Ну, сейчас как-нибудь наугад. Наугад поставлю. Блин, ну, белая она, конечно, неплохо выглядит. Ну, вообще, ладно, давайте. Вдруг на эту машину есть винилы, и мы ее сделаем белой. Все. 70 тысяч покупаем. Все. Вот она, семерочка, сразу включаем фары. Кстати, довольно популярный автомобиль на сервере, наверное, благодаря его цене, всего 70 тысяч, и возможности тюнинга. Это тоже очень немаловажно, что у нас тут от первого лица. От первого лица все очень добротно сделано, мне очень нравится качество материалов, так сказать. Так, тут какая-то сходка у парней. Мы им мешать не будем на нашей семерке. Я думаю, что лучше нам к ним вообще не подъезжать близко, а то нас еще застрелят или что-нибудь подобное. Не знаю, можно ли тут убивать людей, в том плане, что с пистолетом, там оружие вообще разрешено в этой, на этом сервере или нет, но я лучше поберегу себя и заеду уже в уже знакомый автосервис, который расскажет нам, какой тюнинг вообще возможно сюда поставить. Нифига себе, я уже вижу, что тут очень много пунктов. Давайте начнем по порядку. Ксенон. Ну, ксенон, естественно, за 30 тысяч ставим. Дальше что? Прочее. Что значит прочее? Ратлук багажник. Ну, это какой-то это дедушкин багажник. Вот, ну это какой-то прикол. Кости. Это вообще что такое? Рейлинги. Не знаю, для чего это. Ну, что-то возить, видимо. Зеркала на крыло. Оффроуд багажник. Мне, знаете, что интересно? Мне интересно, могу ли я поставить, например, вот так. И вот так, например. Могу я сделать? Подожди, кости. И еще зеркала. Нет. Мне не дают поставить... и кости, зеркала. Вот это мне не нравится, если честно. Я бы поставил на эту машину, например, к примеру, вот зеркала, да, и кости. Оффроуд багажник. Это, конечно, недоработка небольшая есть, но сама возможность для тюнинга меня очень радует. Далее. Давайте понадобавляем в корзину всякой фигни. Ну, вот, например, мне они в душу запали, эти зеркала, поэтому мы их оставим. Правая передняя дверь. Стандарт или без зеркал? Ага, то есть можно без зеркала ее сделать. Это тоже такая очень маленькая деталь. Так, подожди. Давайте сохраним, чтобы в конечном итоге узнать, что вообще можно построить из этого автомобиля. К примеру, даже колеса поставим. Я, правда, в колесах вообще не разбираюсь, какие там идут этой машине, какие не идут. Мне, если честно, пофиг. Мне и штамповки нравятся, так что давайте, не знаю... Какие поставить? Я вообще не разбираюсь. Вот, давайте вот эти поставим. Хорошо. Передний бампер. Так, от семерки. От пятерки можно бампер поставить. То есть, грубо говоря, можно переделать, как я понимаю, семерку полностью в пятерку. С петлей. Интеркулер можно поставить. Ну, сделать такую боевую машину, типа без бампера. Оффроуд. Нифига себе, слушай, вот это я не знал, что так можно. Давай оффроуд ставим, всего 1500, недорого, слушай. Или вообще без бампера, но это тоже, это какой-то бандит прямо у нас. Но мы оставим оффроуд, пожалуйста. Багажник. С багажником тоже, наверное, приколы какие-то есть, но нет. Можно либо поставить от пятерки, либо от семерки. Но я вот, если честно, может быть... Разница какая-то есть, но... Ну, вот какие-то на пятерочном багажнике какие-то тут вот выемки есть, но они вообще незаметны. Ну, по крайней мере, на белом цвете. Поэтому это фигня все. Ага, я не знаю, что это такое, но выглядит это прикольно. Так что мы их ставим. Шильдики. Шильдики тоже можно поставить. Ну, я понял.
Я знаю, что на этом сервере раньше была возможность купить либо пятерку, либо семерку. А сейчас как-то модельку, ну, упростили модельки, добавили новые. И поэтому, если там вы хотите купить себе пятерки, вы берете себе пятерку и переставляете там шильдики, багажник, капот и прочее. Так, сплиттер, что это такое? Где это вообще находится? А, ага, понятно. Ну, то есть тоже что-то можно сделать. Насчет капота. Капот семерка. Семерка черный, с черной решеткой. Или что это такое? Черный, там что-то наверху. Вот пятерки. Спортивный. И без капота. Нифига себе, можно просто без капота сделать? Давайте сделаем без капота. Тем более это бесплатно, почему бы и нет. Передние фары. Так, тут тоже неплохой выбор, в том плане, что можно от пятерки поставить от семерки, но это только решетка, получается, меняется. Кастом Рива, ага, Рива, Лада Рива, я слышал, что такие экспортировались вот куда-то за рубеж, были Лада Рива, которые, прочее, блин, а как убрать? Я забыл, что я там поставил, я хочу убрать... Вот, передний бампер, чтобы увидеть, например, вот. Можно даже из семерки сделать Ладу Рива. Почему бы и нет? Реснички, черная изолента. Ну, в общем, тут все, что хотите. Все, что хотите, можно тут реализовать. Настройка колес это стандартно. Левая передняя дверь также можно поставить без зеркал. Задний бампер. Пятерка, семерка, трубчатый. И без бампера. Давайте без бампера поставим часть салона. Ага, можно даже салон переделать, да? Ага, то есть, я так понимаю, приборная панель меняется от пятерки, от семерки. Вот, все это стоит 3000, в принципе, недорого. Давайте поставим от пятерки салон. Номерная рамка. Тоже тут есть возможность что-то поменять в номерной рамке, кому это интересно. Тот, наверное, выберет для себя что-то приглянувшееся, но мне на самом деле вообще пофиг, поэтому я оставлю сток. Фонари, что за фонари? Наверное, задние, я так полагаю, фонари можно поставить от семерки и от пятерки. Это тоже будет стоить довольно недорого. Ага, это первая пока машина, на которой можно поставить спойлер, но что-то как-то... Что-то не так много тут спойлеров. О, нормально. Дрифт, спойлер. Давайте поставим. 2500 всего стоит. Тут же нет таких поприкольных. Ну ладно, за 2500 поставим. И уберем диски, потому что я их не собираюсь сейчас покупать. Это слишком дорого. Давайте это все купим. Так, 13 тысяч я потратил впустую, но я вам зато показал вообще возможности тюнинга. А что у нас теперь от первого лица? Вот у нас теперь салон от пятерки. Шильдики от пятерки. Мы, грубо говоря, из нашей семерки сделали пятерку. Какую-то непонятную. И давайте сейчас затестим вообще максимальную скорость. Для этого я сейчас поставлю быстренько чип. И мы разгонимся до максимума. Так, тут какие-то это проблемы. Тут ребят слишком много. Я надеюсь, что я никому не помешаю, но я быстренько. Сохранение, давай, от гольфа загрузить. Все, загрузил. Посмотрим, как он едет, наш автомобиль. Ну, по-моему... Так, тихо, ребята. У меня машина не поворачивает. И 190 едет, это учитывая то, что я, по-моему, ну... Не знаю, какое топливо сюда льют с завода, но я сейчас, ну, возможно, на 92-м. Если я сейчас сюда залью 98 плюс, то она поедет все 200 км в час. В этом плане тачка тоже очень прикольная. Она за 70 тысяч едет до 200 км в час. И тут же есть возможность тюнинга. Поэтому многие ее покупают, эту машину. Потому что, ну, как бы, как первая машина, очень даже неплохо. Очень даже неплохо. А мы ее с вами поедем продавать. Ну-ка, 98 плюс, залили, нифига себе, да у меня гольф так не ехал, ребята, 200 километров в час семерка едет, но я где-то читал, и сейчас я как бы в этом удостоверился,
Люди писали, что семерка переворачивается на повороте. Вот я как-то заметил, что какие-то проблемы у нее есть. Она не особо устойчивая. Вот она, видите, заваливается. Вот, и вообще непонятно, как себя ведет. Ну, не без этого, конечно, не без этого. Но, ребята, она едет 200 км в час за 70 тысяч. Это пока что, наверное, самая дешевая и самая быстрая советская машина. Ну, в плане того, что цена-скорость, вот, это, наверное, самая выгодная машина. Ну, а мы с ней прощаемся. Вот. Нужно ее продать. Продаем. Интересно, за сколько я ее продам. Если купил я ее за 70... Да, за сколько я ее смогу продать? Я ее смогу продать за 49 тысяч. 49 тысяч. Мы ее продаем. Выставить на продажу. Все. Больше нет у нас семерки, пятерки. Не знаю, как хотите ее называйте. Но мы ее продали. С вами был Герман. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.